Выборгский районный суд отмечает новоселье. Красную ленточку на открытии нового здания на улице Сантьяго де Куба перерезал Георгий Полтавченко. На протяжении более 40 лет все судебные решения выносились в двух небольших строениях. Условий для нормальной работы не было. Неудобство вызывало и то, что посетители, персонал и конвой проходили через один вход. И вот теперь площадь увеличилась почти в 6 раз. Это позволит ежедневно принимать до 1000 посетителей. Мы все больше и больше таким образом действительно превращаемся в правовое государство благодаря той кропотливой работе, которая проводится Верховным судом, судами субъектов федерации, руководством страны. Конечно, для любого участника судебного процесса само это действие, наверное, не является самым приятным в жизни. Тем более важно, чтобы эти действия осуществлялись в комфортных условиях, а такие условия сегодня созданы. Новое здание построили за 2 года. Просторные помещения оборудовали по последнему слову техники. Появились отдельные комнаты для адвокатов, прокуроров и приставов. Зал заседания по нескольку входов, чтобы обвиняемые, судьи и свидетели не пересекались. Гражданские и уголовные дела теперь будут рассматривать в противоположных частях здания. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. В старое же здание на улице Тобольской на время ремонта переедет суд Фрунзенского района.